Певица Настя Каменских рассказала, как у нее сложились отношения с сыном Алексея Потапенко от первого брака и как она отнеслась к разводу позитива с ее лучшей подругой, дизайнером Анной Андрейчук. Артистка призналась, что уже давно знала о проблемах, которые были в семье Позитива и Анны. Естественно, я знала, это их жизнь, это их история. Аня переживала, как любая женщина, это тяжело, это пустота, потому что есть определенный этап жизни. Ты живешь. Тебе надо перевернуть страницу и нарисовать себе новый этап жизни. Каменских также отметила, что с Андрейчук могут часами вести беседы по телефону. Кроме того, девушки всегда помогают друг другу во всех ситуациях. Певица также заявила, что у нее отлично складываются отношения с сыном Алексея Потапенко от первого брака. «Он такой творческий мальчик, очень похож на Лешу», — рассказала артистка. По словам Каменских, каждые выходные сын Потапа приезжает к ним домой, и они играют в видеоигры. Что касается бывшей жены Потапа, Ирины, то Каменских заявила, что не общается с ней.